Очень часто возникали ситуации, когда дельфины проплывали в нескольких метрах от меня, но мне никогда не удавалось их увидеть. И вот, вау, дельфин, вот сбылась мечта, я увидел дельфина. Да, под водой он казался здоровым. Эта камера отдаляет, а воочию он казался здоровым. Я попытался развернуться, думал, может быть, стая проплывет. Но нет, это оказался одиночный дельфин. Вот такие дела.